бросок ультимата, но большинство из вас его умеет делать, так называемая техника убегания. Начнем с изначально. Сначала руки, потом ноги, потом сам подворот, ну и потом сам бросок. Первое, что мы начнем сейчас прорабатывать, это подготовительное упражнение, это руки. Работать будем вот в этом направлении. Левая рука держит край рукава. Это важно. Объясняю почему. Если вы держите рукав вот здесь, партнер, локоточек немножко опускает вниз, да, вытащить тяжело. Если вы держите краешек рукава, как бы он ни опускал, рука выскакивает туда, куда нам нужно. Край рукава, вот этот вот шовчик, и ну, простое такое вот дополнение. Посмотрите на часы. Сколько времени? Сколько сейчас времени? Тогда у вас локоть все время будет тянуть вверх. Объясняю. Если тянуть сюда, чуть-чуть партнер присел, вы уже его центр тяжести потеряете. Присядь, ему уже тяжело. Понимаете, да? Усилие одно и то же, что я сюда дерну, что я вот так вот просто мизинчик вверх разверну и посмотрю, сколько времени. Одно и то же. Но его центр тяжести на какие-то доли секунды он останется для меня нужным. Вторая рука. Слева разобрались. Рука к носу. К носу. Вытираем с рукавом партнера свой нос. Вторая рука. Пальчики держим вот так. Вот так неправильно. Как только мы вот так вот взяли захват, у нас вот эта мышца выключилась, и она перестает работать. Вот так вот расслабили, вот эта мышца работает. Вот так неправильно. Вот так вот эта мышца работает. И большой палец к вашему уху. Первое упражнение, которое мы начинаем делать, мы сначала прорабатываем руки, тяги, мы их называем тяги. Партнер стоит фронтально, вы стоите к нему правосторонний слой правым боком. На расстоянии вытянутых рук. Левая рука, смотрим часики, сколько время. Правая рука, чешем ухо свое. Партнер подшагнул, приставным шагом от него отшагнул. Это мы подготавливаем руки для работы, для подхвата. Вот давайте сейчас вот в этом направлении по парам разбились. И 50 вправо, 50 влево. Thank you.
отсюда, а теперь мы от него отшагиваем, чтобы так направляем первый вес. Thank you.